Готов. Так, ну, один квест сделан. Раз нам М1А не подходит, тогда, наверное, может быть, рестартануть есть смысл сходить. Слушай, а у тебя нету мосинки, случайно? А вот болтовка же подойдет, наверное, да? У меня просто квест, надо вроде как ночью поубивать ботов на таможне. Чё-то я такое помню было. Там чел? Ах ты, черный бух! Вот хуй! Или там труп сидя сидит? Эспадо, спасибочки за эликсиры. Где он? Ага. Нейтралитет с ботиками нарушен. Но у меня на них квест. Тут как бы сорян. Блять. Бомж какой-то залутал моего типа на мосту, походу. Или это еще один с АКСУ? А, это еще один, походу, с АКСУ, да? Да, в натуре. Ну, это друг, значит, того, кто был на мосту. Их там двое было, значит. Тогда мне не показалось, что там кто-то ходил. Чевок. Чевок. Ну, один есть. Хорошо. Так и думал. Там в двушке еще какая-то заруба идет. А что у меня сейчас за квест засчитался, интересно? Ну вот, посмотри, допустим, туда вдаль, запомни, как у тебя твоя ПНВХ отображает все это. Ну. No. Запомнила? Ну. No. Escape, настройки, постэфикс. Ну. No. Цветокоррекция, фезер. Да. Фезер, 100% выкручивай. Сохранить. Вот эту, вот эту ПНВ-ху мою одень и посмотри. Кстати, знаешь, разницы вот эта ПНВ-ха, ну, прям минимальная. Тоже все отлично видно.
Единственное, просто слева и справа, типа, затемнение. Mm. Ну, может, стой попробовать. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Решил ко мне лезть. Выстрелы как будто на улице, кстати. Бля, походу это реально на улице. А почему я так хорошо слышу эти выстрелы? Тиритан, здорово. Морду, здорово. Пробежал дальше, что ли, блин? Алло. Ладно, ну допустим, допустим, что все. Ой, я же говорю, жирненькие, смотрите какие, уф. Ай-яй-яй-яй-яй, так. Кепка! Поехали. Каких-то двух клоунов убил. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.